К школе должны быть готовы все. В преддверии начала нового учебного года волонтеры движения Белорусского республиканского союза молодежи «Доброе сердце» посетили социально-педагогический центр с приютом Фрундинского района и вручили подарки его воспитанникам. Ни в коем случае молодежь не должна находиться в стороне. Когда молодые люди, ребята из 11 класса, наши ребята из учреждений высшего образования оказывают содействие в сборе детей, которые пойдут в первый класс, конечно же, это дорогого стоит, потому что, когда ребята друг другу оказывают содействие, это, конечно же, эмоции, которые мы ни в коем случае не должны потерять, а самое главное, тех людей, объединяющих добро все больше и больше с добрым сердцем, и мы, конечно, должны их привлекать на наши различные мероприятия в рамках направления волонтерского движения. Ребята, которые находятся в детском социальном приюте, отобраны у родителей по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и имеют статус оставшихся без попечения родителей. Они проживают в приюте в течение полугода, и им оказывается реабилитационная помощь, как и их родителям. Всего сегодня зачислено в детский социальный приют 18 несовершеннолетних. 3 первоклассника, остальные дети будут посещать учреждения общесреднего образования. Каждый раз в преддверии нового учебного года нам БРСМ оказывает помощь, и мы очень благодарны, потому что, конечно, наши дети нуждаются в тепле, заботе, внимании и, конечно, материальной помощи к новому учебному году. Акция проходит в Беларуси с 1 августа и по 15 сентября. Ее главной задачей является оказание адресной помощи детским учреждениям, проведение благотворительных праздников для многодетных семей, воспитанников детских домов и детей с особенностями развития. Ульяна Ярмоленко, Александр Мирошниченко, агентство «Минск-Новости».